Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Кисели. Сегодня мы продолжаем серию по прохождению фактории в виде гайдов. Я записываю и вам рассказываю, что и как делается. Надеюсь, это кому-то да интересно. Лично мне игра эта очень нравится. Я планирую так ее всю полностью пройти, рассказывая чуть ли не каждый свой шаг, чтобы люди, которые только начинают играть в эту игру, могут посмотреть это и понять, что они делают не так или делают ли они так, и, в общем, свериться и так далее. В общем, у нас на очереди стены. Как вы знаете, если смотрели предыдущее видео, то пока нет стен, я предлагал использовать вот такую вот муть. Да, она работает, но не идеально. Тогда сегодня мы рассмотрим, как нам сделать стены. Ну что ж, друзья, с вас лайк, подписочка, как всегда, а с меня контент. Поехали. И для начала всего этого действия нам нужно забуриться в древо технологии, найти каменную кладку и, собственно, изучить. Позволяет нам делать стену из каменных блоков. Так, хорошо. Где нам найти каменные блоки? А, собственно, вот каменный блок. Ингредиенты 2 камня, делается в каменной, стальной или электрической печи. Используется для создания каменной дороги, скорость ходьбы 130%, также используется для удаления любого дорожного покрытия. Ну, короче, понятно. Нам нужно добыть камень. Собираем необходимые ресурсы в виде электросборщиков, электробуров. И тащим сюда камень. У меня тут недалеко имеется месторождение камня. Прошу прощения, болею. И сейчас мы это поведем на базу. Но у нас довольно-таки серьезная грязевая обстановка. И я там, наверное, поставлю еще турельку. Давайте тащить электричество. Также зажимаем и ведем. Просто в ту сторону. Аккуратненько, неспешненько. Ведем. Все, привели. Так, у нас есть три электробура. Я хочу один бур на... Точнее, два бура на камень. И один бур на уголь, чтобы он шел отдельно и не было никаких проблем. Так, у нас кончилось. Давайте-ка сделаем про запас себе. И я продолжу запись, когда они у меня сделаются. Ну, вроде что-то там уже сделалось. Нам, в принципе, этого хватит. Так что продолжаем. И запитываем. А почему они не запитались? А, вижу. Далеко. Все, теперь они запитались и копают нам. Нужно узнать, на какую сторону. Чтобы все было красиво. И чтобы потом это дело не переделывать. Так, ведем, 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 ведем. Так, там пошло наперекосяк. Так, иди-ка сюда. Все. И ставим сюда сборщик. Ой, сборщик. Почему я сейчас сборщиком называю? Электрический бур, который мы пихнем вот таким вот образом. Блин, мешает. Мешает. Так, стой, давай так, вот это мы уберем. Вот это мы тоже уберем. И где-нибудь вот здесь вот соединим. Вот так, кнопка. Если что, вращать на R. Ведем сюда, ведем, ведем. Все, это мы убираем. Это дело мы с вами подключаем тоже. Все, добыча угля пошла. Добыча угля... А, добыча угля не пошла. Ладно. Далеко. Все, добыча угля пошла. Нам нужно еще... Нам нужен камень, чтобы сделать побольше печек. Скажем, ну, штучки 4, наверное. Давайте 3. То есть нужно еще 2. Все, поставили. Это дело мы продлеваем. Берем наши 3 печки. И с конца их ставим. После чего... Давайте-ка еще сделаем про запас. Делаем электрические манипуляторы. Так, вот и наш уголек подоспел. Угу. Вытаскиваем все это дело вот сюда, на этот конвейер. Угу. Готово. Далее нам нужен завод, чтобы он из этих блоков делал уже стены. Плюс делаем сундучок, чтобы был. Пихаем завод. Пихаем еще один манипулятор. Еще один ящик, не хочу, а деревянный. Вот стальной ящик. Все это дело запитываем. Все, работает. И теперь ждем. Так, пошло, поехало. Отлично, отлично. Вот наши каменные блоки, они у нас добываются, делаются. Смотрим, проседает ли у нас камень. Вроде нет, как держится на том уровне, так и держится. Ну давайте подождем. Сейчас я там встану, чтобы было понятно. Вот здесь вот.
Стой, все, стоим, не двигаемся. Да, камень так нехило проседает, но уголь не проседает, поэтому пойдемте поставим просто еще один бур на камень. Иди-ка сюда. Почему я ставлю их так, а не вплотную? У них, у каждого есть определенное расстояние, на котором они добывают. Нам камня особо много не надо, пусть потихонечку вырабатывается. Так, еще один. Смотрим, ждем. Тем временем мы забиваем уже. Сколько мы собрали? 55. Отлично. Теперь мы выставляем производство стен, которые находятся в военной промышленности. Все. Стены потихонечку сейчас будут делаться. Да, я забыл поставить как раз турель. Сейчас мы дело исправим. Вот наша турелька. Вот пусть вот здесь стоит. Сейчас мы ее запитаем. 20 патронов ей хватит надолго. Тем более кусаки вряд ли скоро к нам придут. Но все же перестрахуемся. Заодно и поставим сюда стены. И посмотрим, сколько у них хп. И тем временем мы сделали уже сколько получается? 16 стен. Пойдемте посмотрим, как они защищают. Пишет здоровье 350. Ну дай-ка закроем ее и посмотрим. Да, турель может через них совершенно спокойно стрелять. Если здесь здоровье 350, то у труп у нас было вроде 100. Да, то есть стена в 3 раза мощнее, чем... труба. Да, чем труба. Так, ну естественно, все это мы будем переделать. Это так, чтобы было наглядно. Вот это все, естественно, будет сноситься. Причем в довольно скором времени будет тотальная перестройка всего этого дела. Естественно, я все об этом запишу. Ну что ж, мои дорогие друзья, теперь вы знаете, как делать стены. Это позволит вам нехило так поднять свою защиту. Действительно, если просто кусака подбегает и начинает грызть башню, башня хана. Реально, потому что кусак будет много. А если будет стена, у вас будет некоторое время, которое башня будет отстреливаться, и она, скорее всего, всех уничтожит. В зависимости от того, конечно, какой уровень загрязнения, уровень эволюции, количество кусак, количество волн и прочего. Ну что ж, а у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании под видео будет плейлист на факторию, куда я скидываю все видео по поводу прохождения. И да, повторюсь, я планирую так пройти всю игру и записывать каждое свое дальнейшее движение в улучшении и построении своей базы, чтобы новички, которые придут в эту игру, нашли эти видео и поняли, что и как делать, чтобы у них все получалось с первого раза, потому что игра действительно хорошая и действительно достойна такого внимания. Но также в описании под видео будет ссылочка на Инстаграм, группу ВК и Дискорд-сервер, где мы с подписчиками общаемся о различных играх, кидаем мемасики и все такое прочее. На этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.